Зачем немецкие политики едут в Центральную Азию? Без срока действия. Переживший Холокост требует правды в суде. Бассейн – не место для знакомства. Беженцы в Германии учат плавать. Немецкие бабушки зажигают в сети, о чем рассказывают зрителям дома престарелых. Министр иностранных дел ФРГ отправился в трехдневную поездку по трем странам Центральной Азии. Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Ташкент. Кроме Узбекистана, в программе его визита Таджикистан и Киргизия. Запланированы не только встречи Штайнмайера с главами внешнеполитических ведомств, но и с лидерами государств. Кроме того, в составе немецкой делегации депутаты Бундестага, деятели культуры и бизнесмены из ФРГ. В этом году Германия председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в берлинских правительственных кругах. В кругах говорят, что Штайнмайер наконец-то выкроил время для своей первой региональной поездки в зоне ответственности этой организации. Эксперты объясняют, почему Штайнмайер выбрал именно эти три страны. Они предполагают, что в Казахстане шла избирательная кампания, и немецкие дипломаты не хотели, чтобы подготовка к приему немецкого министра каким-то образом могла повлиять на ее исход. Кроме того, Казахстан выделяется на общем центральноазиатском фоне. Это стабильная страна, с которой Германия и ЕС поддерживают устойчивые отношения. В декабре прошлого года между Казахстаном и Евросоюзом было подписано соглашение о партнерстве, а двусторонние германо-казахстанские связи находятся на очень надежном и стабильном уровне. Троих мужчин и одну женщину обвиняют в соучастии в убийстве сотен тысяч людей в лагере смерти Освенцим в оккупированной нацистами Польше. Переживший Холокост 95-летний Леон Шварцбаум заявил, что четверым подозреваемым в соучастии в убийстве в Освенциме должно быть известно о массовых убийствах, которые происходили в лагере из-за невыносимого зловония горящих тел. Леон Шварцбаум является государственным свидетелем на слушаниях двух подозреваемых. Он присутствовал в суде по делу бывшего охранника Освенцима Рейха Хальда Хёнинга, чтобы получить честное признание в том, что произошло в лагере смерти. Шварцбаум отклонил претензии некоторых из обвиняемых о том, что они не могли знать о массовых убийствах. Они лгут и не говорят правду. Это неправильно. Вы не могли не почувствовать запах сжигания тел. Это была невыносимая вонь днем и ночью, не только там, в лагере, но и по всей области. Шварцбаум надеется, что подозреваемые не будут молчать во время судебного заседания. Я говорю за мертвых, потому что они сами не могут говорить за себя. Это мой долг, и я делаю это. Я призываю вас сообщить нам историческую правду. Говорить здесь о том, что вы и ваши товарищи сделали и пережили. Шварцбаум потерял всех своих родственников во время Холокоста, а сам Леон выжил благодаря работе на заводе возле лагеря Освенцим. После войны он ненадолго переехал в Соединенные Штаты, но затем вернулся в Берлин, где женился на немке и открыл антикварный магазин. Беженцы в Германии учат плавать. Общество немецкого Красного Креста организовало специальные курсы для мужчин-беженцев, посвященные правилам поведения в бассейне. Наряду с двухчасовыми занятиями в бассейне, где беженцев обучали плаванию и прыжкам в воду, были и обязательные уроки теории. Волонтеры рассказывали о возможных опасностях при купании, в том числе и в открытых водоемах, например, о сильных подводных течениях в некоторых реках, а также о нормах морали, связанных с купанием, в частности, о необходимости уважительно относиться ко всем посетителям бассейна, в том числе и к женщинам. Посетители курсов – молодые мужчины из стран Африки и Ближнего Востока. По словам некоторых из них, культура купания в Германии очень отличается от той, к которой они привыкли. Таким образом, уроки плавания – часть интеграции, говорят в районном объединении Красного Креста. Сами посетители курсов уже уверенно держатся на воде и даже не боятся прыгать с пятиметровой вышки. Напомним, в 2015 году в Германии утонули 27 мигрантов. Международный аэропорт Брюсселя не откроется сегодня. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта. Аэропорт будет закрыт для всех пассажирских полетов в среду 30 марта. Такое сообщение появилось недавно. Ранее сообщалось, что в международном аэропорту пока не могут назвать дату возобновления работы. После терактов 22 марта он принимал только бизнес-авиацию, военные и грузовые рейсы. Сотрудникам не удалось возобновить работу после недельного перерыва. А вчера даже провели ряд финальных учений, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций, с учетом недавнего опыта, и самое главное, как опять нормально работать. Администрация воздушных ворот Брюсселя привлекла к учениям 800 сотрудников. Финальным этапом было получить разрешение органу власти на открытие. Именно здесь возникли проблемы, потому что власти посчитали, что безопасность пока на недостаточно высоком уровне. Напомним, жертвами взрывов в аэропорту и метро Брюсселя неделю назад стали 35 человек. И еще почти 100 остаются в больницах, 55 в реанимации.
Бутылка с джином из Германии произвела фурор. Опьяненные успехом предприниматели из Бонна стали производителями лучшего немецкого джина. Напиток из Бонна недавно отметил первый год своего существования. Первую международную награду боннский джин получил в марте 2015 года, спустя всего пару месяцев после своего боевого крещения. По итогам года он стал лучшим немецким джином на мировом рынке. Боннский стартап уже вышел на 9 рынков и находится на стадии подписания договоров с импортерами из ряда азиатских стран. В месяц производит 6000 бутылок. Основатели компании уже вернули свои стартовые инвестиции – 4000 евро. Для авторов стартапа производство джина пока остается хобби, хотя относятся они к нему очень серьезно. Каждый по-прежнему работает на своей основной работе, которой занимался до стартапа. Гордость основателей компании – не только сам джин, но и концепция. Без привлечения инвесторов им удалось стартовать с нуля. Комиссия бельгийского парламента по борьбе с терроризмом согласовала три важные меры, предложенные правительством, которые значительно расширяют возможности правоохранительных органов. Однако текст еще должен быть доставлен на голосование пленарного заседания Палаты представителей после пасхальных каникул. Речь идет о возможности проводить обыски в любое время суток. Действующий закон позволяет делать это только до 21 вечера и с 5 утра, кроме ряда исключительных случаев. Депутаты согласились также с предложением расширения особых методов расследования, в частности, телефонного прослушивания в борьбе против незаконного оборота оружия. Третье предложение предусматривает создание общей базы данных различных служб, взаимодействующих в борьбе с терроризмом, в первую очередь полиции, разведки и местных органов по координации анализа угроз. Немецкие бабушки и дедушки зажигают на YouTube. Никто из 6 пенсионеров, делающих телепрограмму для 1300 постояльцев домов престарелых Кёльнского социального центра, никогда раньше не занимался журналистикой. Свои навыки организаторы программы приобрели 22 года назад на курсах в Народном университете, а мастерство оттачивали уже в прямом эфире. Сегодня программа выходит еженедельно. Эфир длится 90 минут. Вся эта работа делается на добровольных началах и безвозмездно. Техника была куплена за счет благотворительных пожертвований. В программе «Новости культуры», видеосюжеты о путешествиях, репортажи из фитнес-центра с советами тренеров о том, как поддерживать здоровую физическую форму, записи концертов, проходящих в домах престарелых. В планах на ближайшее будущее – кулинарная рубрика. Ведущая телепрограммы для людей пожилого возраста Моника Шрам призналась, почему она с большим удовольствием работает перед камерой, а не за ней. «У меня нет ни малейшего представления о компьютерах. Я только слышала, что мышку не надо кормить». Когда 68-летняя Моника смеется, она выглядит намного моложе своего возраста. Впрочем, ее коллеги, несмотря на возраст, пенсионерами себя не ощущают, ведь они продолжают работать после 70. А основателей программы уже нет в живых. Вирус Эбола больше не угрожает человечеству. Всемирная организация здравоохранения призвала страны отменить все оставшиеся ограничения на торговлю и поездки в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне в связи с окончанием режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение. Глава ВОЗ Маргарет Чен убеждена, что во всех оставшихся случаях заболевания лихорадкой Эбола болезни не позволят распространиться. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в августе 2014 года, когда регистрировалось более 100 случаев заболевания в день. Доктор Чен призвала сохранять бдительность, чтобы не позволить болезни вернуться. Эпидемия лихорадки Эбола, начавшаяся в Западной Африке в конце 2013 года, унесла жизни более 11 тысяч человек и стала крупнейшей с момента обнаружения вируса в 1976 году. Об окончании эпидемии ВОЗ сообщила в январе 2016 года, после того, как в Либерии не было зарегистрировано ни одного нового случая в течение 42 дней. До этого свободными от вируса были объявлены Гвинея и Сьерра-Леоне. Зоопарк Сан-Диего опубликовал видеозапись, сделанную в середине марта после переселения семейства гепардов в новый вольер. Мать Эдисон и ее 6 детенышей долгое время жили вдали от глаз посетителей. И вот, наконец, животных переселили на постоянное место жительства. Маленькие гепарды появились на свет 21 ноября. Для Эдисон это уже второй родительский опыт. Из 6 малышей 2 – это самцы. Их назвали Дональд и Коупли. Остальные 4 – это девочки – Дарлин, Гейзель, Элси и Мэри Джейн. Сейчас детеныши весят примерно 7-9 килограммов. Масса взрослых гепардов обычно составляет от 40 до 65 килограммов. Самка кормит детенышей до 8-месячного возраста. Котята остаются с матерью от 13 до 20 месяцев. Гепарды относятся к уязвимым видам. В настоящее время эти животные обитают в основном только в странах Африки. Их популяция насчитывает, по приблизительным оценкам, около 4,5 тысяч особей.
Thank you.